Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Дорожные камеры российского производства уже готовы к тому, чтобы в автоматическом режиме фиксировать опасное вождение. Об этом рассказал руководитель одной из фирм по производству комплексов. В частности, аппаратура способна определять резкие перестроения авто и несоблюдение дистанции. Однако главный минус заключается в том, что всевидящее око может выявлять данные нарушения на расстоянии не более 100 метров. Трасса 101. В Россию собираются привезти китайский электрический седан «Мека Драгон» – «Механический дракон». Машину начали продавать в Китае в прошлом году по цене, в переводе на рубли, около 4,5 миллионов. Электрокар комплектуется двумя электромоторами с суммарной мощностью 550 лошадиных сил. На разгон до сотни уходит менее 4 секунд. Запас хода впечатляет – 800 километров. Автомобиль оснащен в том числе системой автопилотирования, состоящей из множества радаров, лидаров и видеокамер. Трасса 101. Некоторые российские автосалоны начали принимать заказы на маленький переднеприводный кроссовер Hyundai Casper со стартовым ценником немногим более 1 миллиона рублей. Автомобиль длиной 3,5 метра приводится в движение бензиновым мотором, позаимствованным у Kia Picanto. Мощность 76 либо 100 лошадиных сил. Трансмиссия 4-ступенчатый автомат. Топовые версии обойдутся в сумму, превышающую 2 миллиона. Трасса 101. «АвтоВАЗ» вернется на свои модели автоматическую коробку передач не ранее 2024 года. Об этом сообщил руководитель предприятия Максим Соколов. Тогда же «Лады» должны снова начать оснащать системой контроля устойчивости ESP. Ранее сообщалось, что отечественный автогигант активно ищет поставщиков автоматических трансмиссий в Китае. В приоритете – классические гидротрансформаторы и вариаторы, разработанные европейскими, японскими или американскими специалистами. Трасса 101. До России благодаря параллельному импорту добрался новый Mazda CX-60. Дилеры просят за кроссовер от 4 до 5 миллионов рублей. Окончательная цена предъявляется покупателю в день заключения договора, в зависимости от текущего курса валют. В качестве сердца автомобиля выступает 254-сильный турбодизель объемом 3,3 литра. Он работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. Машина оборудована различными электронными помощниками, включая систему антикрена кузова при поворотах. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».